так необычный эффект обнаружил. То есть вот рубеж 300 метров. Ну, во-первых, на 300 метров туда редко кто ходит. Все туда дальше. То есть в основном вот 100-200. И вот мы подходим к бруцверу, да, за которым стоит мишень. И это вот все вот проточили пули за долгие годы стрельбы. И обратите внимание, то есть они не пробивают песок, а лежат за бруцвером. Мятые, расколотые, 7,62, крупнее калибр. Даже осколки гонгов старые прилетают. Ну, то есть вон он, видите, крошеный весь. То есть какой-то такой эффект, то есть, видать, пуля, втыкаясь в песок, уходит в небо, так и падает в основном за преграду. Соответственно, если на вас в этот момент нет каски, то ждите прилета по башке вот такого вот стального камешка. Их вот прям как грязи тут. И 7, ну, то есть, это я уже не на первом бруцвере замечаю. Вот, их очень много. И они имеют. О, начали опять долбить рядом. Аж гонги звенят. Вот, то есть такой вот необычный эффект.